К здоровью по-доброму. По таким лозунгам прошло профилактическое мероприятие в Центре по работе с детьми и молодежью в Павлоградском районе. Местный волонтерский отряд «Жизнь» принял участие во втором туре областного конкурса на лучший отряд. В течение месяца 28 муниципальных районов области будут затрагивать острые проблемы молодежи, а компетентное жюри определит самых-самых. В этом году формат конкурса несколько модернизирован, проходит в режиме онлайн, что очень удобно и позволяет экспертам оценивать работу каждого района на расстоянии. Сотрудник Омского областного центра социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи по своему опыту знает, как нелегко сделать выбор. Ребята показывают практически все высокий уровень подготовки, также наработанный опыт вот в сфере профилактики психоактивных веществ, пропаганды здорового образа жизни. Все ребята достойны. Работа ведется колоссальная в данном направлении, и это очень эффективно, потому что при обучении волонтеров мы используем запатентованную международную программу «Равный равному». Эта программа является наиболее эффективной, так как мы обучаем ребят-волонтеров, которые выходят в массы и доносят информацию, которую получили от специалистов, непосредственно своим сверстникам. В течение всего года у волонтеров, как правило, очень насыщенная жизнь. Это участие в акциях, а также в досуговых и патриотических мероприятиях. Павлоградский волонтерский отряд пропагандирует здоровый образ жизни уже 7 лет и дважды становился победителем конкурса. Ребята в отряде, конечно, все очень энергичные, инициативные, талантливые. И ребята творческие, то есть они у нас и поют, и учат тексты достаточно больших объемов. Сегодня ребята затронули важную тему – пивной алкоголизм среди молодежи. Наглядными примерами и фактами попытались донести до сверстников, как быстро формируется алкогольная зависимость у человека и как вовсе избежать пагубной привычки. Вместе со зрителями волонтеры подбирали синонимы к слову «добро», учились мыслить позитивно и находили альтернативные варианты досуга. Мы здесь общаемся с друзьями, как бы, ну, в неформальной обстановке. Притягиваем тоже других детей, как-то постараемся их ввести в эту в область, сказать то, что наркотики, алкоголь – это все вредно, чтобы они занимались спортом, ну, занимались тоже волонтерством, что это очень классно и здорово. Конкурсы «Волонтер года» и «Лучший волонтерский отряд» проводятся Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области с 2003 года. Их цель – поддерживать социально значимые добровольческие инициативы молодежи, развивать сотрудничество и обмен опытом между добровольцами. Победители конкурса назовут на областном слете волонтеров, который состоится в апреле 2015 года.